сейчас будем тренироваться, что когда придете домой, невозможно было встать. Ребятам сразу дали понять, что будет непросто. Сначала небольшая вводная от легенд отечественного лыжного спорта, затем пробежка. Моросящий дождик спортсменов не испугал. Дождик не мешает. У нас тренер говорил, если камни с неба не сыпятся, значит, можно бегать, тренироваться. Поэтому все хорошо. Дождик. Будет немножко попрохладнее, но сейчас согреемся. Упражнения на технику, имитация лыжного хода и прыжковая тренировка. Чемпионы на личном примере показывают молодежи, как правильно готовиться к зимним стартам. Такие встречи полезны не только для детей. Прославленные спортсмены тоже заряжаются позитивной энергетикой, видя горящие глаза ребят. Я получаю кайф, я получаю позитив, и самое главное, что это вот отзывы родителей. Когда ты приходишь на тренировку, проводишь ее с детьми, родители благодарят, детишки благодарят, это самое главное. Они видят, что перед ними живые примеры, и не это ли есть счастье, это кайф, это внутренний кайф спортсмена, передача опыта. Тренировка пресса и мышц спины также являются неотъемлемой составляющей подготовки лыжников. Ребята ловили каждое слово легенд отечественного спорта. Мы узнали новые упражнения, которые нужно делать и в летний период для подготовки мышц, именно уже в соревновательный период, чтобы это был определенный эффект. Уже благодаря этим упражнениям можно выйти на новый качественный уровень и определенное время улучшить. И для нас, конечно, вообще это огромное счастье, что такие спортсмены находят свое время, с нами общаются, рассказывают свои истории. Это очень мотивирует совершенствоваться и становиться лучше каждый день. Не часто мы видим таких людей у себя. Это большая честь. Мы очень переживаем, волнуемся, можно сказать. Люди очень просты в общении, очень приятно с ними общаться. И такие тренировки навсегда остаются в памяти и... Каждый день тренируюсь, я буду вспоминать их, все эти моменты, которые мне говорили олимпийские чемпионы. Возможно, это приведет меня к олимпийской медали в будущем. Спортсмены уже не первый раз проводят совместные тренировки с юными курянами. Именитые лыжники пообещали, что такие встречи теперь станут доброй традицией. Станислав Костиков, Антон Латышев, телеканал 7.